Так, в соответствии с планом нашей практики педагогической, вот Анастасия Елисеенко, она себя представит вполне. Елисеенко Анастасия Сергеевна, я проведу вам лекцию на тему «Классовая борьба». Мне кажется, к этому должны были подойти с Михаилом Васильевичем. Вот и в паре с ним мы почитаем эту лекцию. Значит, предполагается по времени где-то Анастасия будет читать порядка 20 минут. Ну, а дальше я, если у меня получится, буду стараться расширить и углубить. Это тяжело. Я думаю, это получится. Но я буду стараться. Пожалуйста. Я могу сесть или стоять? Ну, лекции, конечно, стоять надо. Ну, хорошо, я постою. Ну, так вот, как мы все знаем, если проследить ход истории, то становится понятно, что все события исторические, переломные, вкладывались в логику борьбы. И понятно, что история всех существовавших до этого общества была историей борьбы классов. В любом обществе возникали классовые противоречия. Существовали всегда два класса – класс угнетаемых и класс угнетающих. Давайте определим, что же такое класс. Вначале я дам краткое определение, потому что Михаил Васильевич, я знаю, очень любит краткие определения. Он считает, что они всегда наиболее полные, несмотря на свою краткость. Классы – это большие группы людей, которые отличаются по положению в производстве. Интересы у классов также всегда противоположные. Классы борются друг с другом за удовлетворение своих интересов. Однако не всегда представители одного класса будут вести борьбу за интересы того класса, к которому относятся. Самым, пожалуй, ярким примером этого может служить Карл Маркс, который, как мы знаем, не относился к пролетариату, но при этом был яростным борцом за интересы пролетариата. Вот. Во времена Маркса, как мы все опять же знаем, классом угнетаемых был пролетариат, а класс, который угнетал его, это буржуазия. Но еще одним представителем класса, ну, представителем буржуазии, который интеллигенции получил образование, но при этом боролся за интересы пролетариата, это Ленин. Он дал более широкое определение классов, которые, я думаю, нужно записать. Классы – это большие группы людей, которые отличаются по месту в исторической определенной системе общественного производства, по роли в общественной организации труда, по отношению к средствам производства, по размеру и способу получения той доли общественного богатства, которой они располагают. Тот класс, который захватил политическое и экономическое господство, прикладывает усилия, чтобы оправдать господство, чтобы идеологически его закрепить. Одним из этих рычагов давления класса господствующего является государство. Об этом мы поговорим позднее. Основной мыслью Ленина было то, что идеология господствующего класса всегда является господствующей идеологией. Большинство борется не за свои интересы, а за интересы того класса, который угнетает его. Существует расхожее заблуждение, что теорию классовой борьбы создал Карл Маркс. Но сам он опровергает этот факт в письме Иосифу Вильгельмейеру. Он говорит о том, что буржуазные историки в оппозицию феодальным историкам, которые говорили, что управлять могут лишь благородные. Буржуазные историки в оппозицию к ним создали мысль, что управлять может тот класс, который победит в классовой борьбе. Этими буржуазными историками были такие личности, как Тьерри, Менье и Гизо. Ну, и поскольку Маркс дальше развивает теорию классовой борьбы, он приходит к всем известным теории общественно-экономических формаций, историческому материализму. Впервые категория формации была употреблена Марксом в 1752 году в книге «18-е Брюмера» Луи Бонапарта. Анализируя политические процессы становления и развития буржуазного общества, Маркс обращал внимание на формирование идей, которые отражают коренные интересы того или иного класса. Все известные человечеству формации обладают определенной долей антагонизмов.
поскольку в зависимости от отношения к производству классы разделены на рабовладельцев и рабов, феодалов и крестьян, буржуазии и пролетариату. Классовая борьба создает государство, создает различные формы идеологии, такие как религия, право, искусство, для того, чтобы один класс мог господствовать над другим. Смена формации определяется уровнем развития производительных сил, которые постепенно перерастают в производственные отношения и выступают в конфликт с ними, что и приводит к революциям. Опять же, социальная революция – это одна, ну, причина смены экономической формации, и это, об этом опять же попозже. Вот. Социальная революция представляет собой качественный скачок, который знаменует кардинальный переворот в общественной жизни и означает, что старый строй, отживший себя, уходит и утверждается новый прогрессивный революционный строй. Основой исторического материализма является мысль о том, что развитие экономически общественных формаций никогда не происходит в обратном порядке. То есть мы никогда не сможем прийти от феодализма к рабовладельческому строю. Но на примере нашей страны, которая пришла к социализму и вернулась назад в капиталистический строй, мы можем оспорить это утверждение Маркса, потому что он, конечно, предполагал, что невозможно, исторический процесс не может двигаться в обратном направлении, но, как мы видим, пример 90-х годов, даже раньше у Михаила Васильевича есть дипломная, да? Нет, кандидатская работа на эту тему очень интересная. Полноверное разрешение. Это докторская. Да, докторская работа. Нет. В общем, она очень интересная. Там Михаил Васильевич пишет как раз-таки, почему развалился. Не развалился. Разрушили Советский Союз. И произошло это на 22-м съезде Коммунистической партии. Но это потом, возможно, Михаил Васильевич вам подробнее расскажет об этом. Итак, Маркс выделял 5 формаций. Первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая. Ну, вы, наверное, должны это знать. Вот. Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора. И пока не разовьются новые, более высокие производственные отношения. До тех пор ни одна экономическая формация не отойдет в небытие. Вот. Человечество всегда себе ставит только те задачи, которые оно может решить, которые оно видит в ближайшем рассмотрении. И только тогда, когда возникают материальные условия для решения задачи, или, по крайней мере, эти условия находятся в процессе становления, мы можем говорить о переходе к новой экономической формации. Первая экономическая формация, которую мы рассмотрим, это рабовладельческая, так как в первобытно-общинном строе классов не было, был коммунистический строй. Не было больших групп людей, которые отличались бы по положению в производстве. Они все преследовали одну цель, и у них всех были общие интересы. Рабовладельческий строй для людей того времени считался естественным, так как рабовладельцы выступали в качестве благодетелей. Они считали, что они оказывают большую услугу рабам, так как рабы – это те, кого они завоевали, они их не убили, не съели. Вообще ничего плохого с ними не сделали, дали пищу, лишь бы рабы на них работали. И именно в рабовладельческой формации создается машина насилия, которая блюдет свои интересы, это государство. Выступая внешне как организация всего общества, но на самом деле государство представляет интересы лишь господствующего класса, защищая то, что можно отнять у господствующего класса. Первое государство было демократическое, но его можно считать демократическим только если не считать рабов за людей. Следующая формация – это феодальная. Феодализм, по сути, является такой же формацией, как и рабовладельческая. Разница лишь состоит в том, что к
крепостного нельзя было убить, можно было продать, обменять, отдать за долги, но нельзя было убить. В классовой борьбе обязательно правящий класс применяет машинное насилие, государство. Правящий класс всегда репрессирует класс подчиненный, и исключений, по-моему, с правил нет. И чаще всего это происходит с помощью закона. Закон – это такая норма поведения, которая защищается силой государства. Если нарушить эту норму, будет применена сила принуждения. Право же – это возведенная в закон воля господствующего класса. Последняя формация, в которой, по мнению Маркса и Ленина, существовала классовая борьба, это капиталистическая формация, так как коммунизм ставит своей целью избавление от всякой классовой борьбы. Капиталистическая формация является последней антагонистической формой общественного процесса производства, но в смысле не индивидуального антагонизма, а в смысле антагонизма, вырастающего из общественных условий жизни индивидуумов. Но при этом развивающиеся общественные производительные силы создают с этим вместе материальные условия для разрешения этого антагонизма. Ленин говорил о том, что государство есть орган или машина насилия одного класса над другим, о чем мы уже говорили. Ленин это писал в 20 веке. В одном из своих исследований я проводила параллели между работой Фрэнсиса Фукуямы, американского философа, и его работа «Конец истории», где он говорит о том, что одним из недостатков социализма и коммунистического строя является то, что классовую борьбу невозможно когда-либо побороть, что она будет всегда существовать. Но он говорил немного не о том, он говорил скорее о социальном неравенстве, которое коммунизм как раз-таки ставит своей целью побороть. Но в современном обществе, хоть классы не так сильно дифференцированы, как это было в прошлом веке, мы можем видеть, что классовая борьба до сих пор остается достаточно актуальным вопросом, так как всегда власть сосредоточена не в руках у большинства, а в руках группы господствующего класса, который выражает интересы именно этого класса. А как мы знаем, это одна из характерных черт определения классов, поэтому классовая борьба будет актуальна до тех пор, пока человечество не сделает качественный скачок в сторону коммунизма. Спасибо. Я пообещал, что мы будем лекцию читать вдвоем, то есть на мне лежит тяжелая задача, так сказать, углубить сказанное, может быть, расширить и конкретизировать. Ну и я хочу сказать, что это, во-первых, касается вопроса о том, какое отношение вот вся эта, вот то, о чем говорилось, вся эта теория имеет к проблеме конфликтологии, которая нас занимает в этом курсе. Правильно? Потому что у нас ведь не вообще, так сказать, не политологический курс, у нас курс конфликтологический. Так, и мы должны рассматривать конфликты любые, если они носят классовый характер, то, соответственно, мы их тоже должны рассматривать. Но откуда они вот берутся, эти самые конфликты? Ведь мы в прошлый раз на лекции говорили об экономических интересах. И более конкретно говорили и в том числе об экономических интересах классу, правильно? Значит, если классы – это большие группы людей, которые отличаются по положению, раз они отличаются по положению, значит, они отличаются по экономическим интересам. Значит, имеется объективная экономическая основа для борьбы за различные экономические интересы. Если классы противоположные, значит, для противоположных действий, то есть для борьбы антагонистической. Если классы не противоположные, значит, борьба эта может не носить антагонистического характера, но тоже носит классовую природу, потому что, значит, если это место в системе общественного производства, значит, в зависимости от того,
что это за социальная группа, она имеет свои особые интересы. В связи с этим, вот мне показалось, что не прозвучала мысль о том, что кроме вот таких чистых вариантов, которые Маркс рассматривал в «Капитале», когда есть буржуазия и пролетариат, но в реальной жизни после возникновения капиталистического строя существовал и существует очень большой класс во всех капиталистических странах, во всех буржуазных странах, в том числе и сегодня в России, который называется класс мелких буржуа или класс мелкой буржуазии. Вот, как показывает моя практика, люди знают, кто такие буржуа. Это люди, которые живут за счет наемного труда рабочих, собственники средств производства, и они называются буржуа или капиталистами. Кто такие пролетарии или, скажем, люди наемного труда, рабочие тоже все знают. Это люди, которые свободны, более свободны, чем буржуазия. Буржуазия не свободна от средств производства, ей нужно средства производства охранять, нужно их содержать, пускать в ход и так далее. Ну, а что касается наемных работников, поскольку у них ничего, кроме своей рабочей силы, нет, они... Вот Маркс поначалу написал то, от чего потом отказался. Он говорит, они должны продавать свой труд. Но если бы они продавали свой труд эквивалентно, то, собственно говоря, никакого возрастания богатства у собственников средств производства не могло быть. Ну, труд продан, все оплачено, все на этом. А на самом деле потом к этому Маркс пришел и построил на этом «Капитал», что работники продают свою рабочую силу, то есть способность к труду. И вот эта продажа способности к труду означает продажа такого товара, который способен создавать стоимость. Поэтому получается, что продают этот товар по стоимости, такую предпосылку Маркс доложил в «Капитале», то есть сколько стоит рабочая сила ее, так сказать, по законам товарного производства, товарного хозяйства, как бы по справедливости, по той справедливости, которая есть в товарном хозяйстве, продают. А потом, купив этот товар, то есть, возможно, использовать в течение там, 10 или 12 часов, или потом 8, в связи с сокращением рабочего дня этот товар, капиталист сначала как бы окупает приобретенную рабочую силу, то есть он выполняет, он добивается того, что работник выполняет необходимый труд, а вот дальше труд сверх этого времени, сверх того времени, которое нужно для того, чтобы окупить, возместить потраченные средства на приобретение рабочей силы или товара рабочей силы, это называется прибавочной стоимостью. Само по себе открытие прибавочной стоимости тоже Марксу, как и классовая борьба, не принадлежит. Это вот очень важно, что было подчеркнуто, потому что буржуазные историки Тьерри, Минье и Гизо создали теорию классовой борьбы и вовсе не в целях, так сказать, победы пролетариата, а наоборот, в целях обеспечения победы буржуазии, потому что если бы они не доказали, что буржуазия, не будучи благородной, может тоже руководить государством, то, в общем-то, как бы и в позитивном плане буржуазную революцию совершать было нельзя. Вот, поэтому буржуазной революции предшествовали эти теоретические исследования и доказательства того, что у власти может стоять и другой класс, не только благородный, то есть не только дворяне, не только феодалы. Так вот, тот класс, о котором я заговорил, класс мелкой буржуазии, он отличается по определению и от буржуазии, и от рабочего класса, и очень сильно. Во-первых, значит, мелкий буржуа – это не маленький буржуй. Это не тот капиталист, у которого маленький капитал. И это не надо путать. Вот. Хотя это вот очень близко по звучанию и по значению, очень близко, но определение вот мелкого буржуа тоже очень строгое. Мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Это значит, что это мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. И вот вы можете посмотреть весь, хоть три тома «Капитала», там следа нет этого класса, потому что Маркс отвлекался от таких усложняющих обстоятельств. Ну как можно отвлечься от мелкой буржуазии в России, например, или во Франции, или в Германии? От этого можно было отвлечься в Англии, где? С чего начался капитализм? С того, что завезли овец и согнали с полей крестьян английских.
То есть так называемый процесс огораживания был. И то там получилось так, что вот есть, так сказать, капиталисты, которые занимаются разведением овец и производством шерсти, или задаем дальше продукции шерсти, а, собственно, у крестьян как таковых выжили. Но это невозможно было бы сделать, если бы не было Европы, которая производила продовольствие, производили продовольствие крестьяне. Крестьяне, которые производили его и на барщине, и в своем подсобном хозяйстве, по существу частном. И по мере развития производительных сил, значительную долю произведенного продукта, которая не принадлежала помещику, а принадлежала крестьянам, выносили на рынок. И вот когда главным источником жизни и деятельности работников, которые имели свои средства производства, а какие средства производства в сельском хозяйстве? Там саха, мотыга, телега, корова. Корова – средство производства. Свинья – средство производства. Куры – средство производства. Овцы – средство производства, но и сельскохозяйственные. И вот когда эти средства производства позволяют получать основной доход. Значит, если трудящийся обладает средствами производства своими, и работает на рынок, то есть основной доход получает от продажи произведенного товара на рынке, то вот такой трудящийся называется мелким буржуа. Почему он так называется? Во-первых, надо подчеркнуть, что он трудящийся. То есть, если человек не трудится и живет не своим трудом, он не мелкий буржуа. То есть, если я живу за счет того, что покупаю чужую рабочую силу и ее эксплуатирую, я эксплуататор-капиталист. Если я тружусь на своем там, клочке земли, произвожу, не обязательно клочке земли, это могли быть бывшие ремесленники, которые какие-то изготавливают продукты, и они даже были и при социализме, так называемые кустари, которые что-то делают, там ремонтируют и продают. Таким образом. Значит, трудящиеся раз, но трудящиеся, которые производили бы только для своего потребления, под это определение не подпадают. Мелкий буржуа – это трудящиеся, которые своими средствами производства производят товары, и основной доход получает от продажи этих товаров на рынке. Это связано и вообще с определением товара. В скрытой форме это имеется в первой главе «Капитала», когда говорится о том, что есть простая, случайная форма стоимости, потом эквивалентная форма стоимости, всеобщая форма стоимости. То есть можно что угодно производить, превращать это в деньги. Спрашивается, значит, какова цель этого трудящегося, который трудится своими средствами производства, он не эксплуататор, нет у него наемных работников, или даже есть, но они не дают основной части дохода. То есть, если у меня, скажем, работают мои там, взрослые сыновья, дочери, ну и 2-3 наемных работника, и основной доход я получаю от своего труда. Я не буржуа. И наоборот, если я тоже сам работаю, а таких людей, скажем, среди кулаков нету, которые сами бы не работали, да? Если я сам работаю, но основной доход получается от труда нанятых работников, тогда это уже сельский буржуа, то есть кулак. И вот такая тут существует грань, которую и на селе плохо различает. И я вот давно уже преподаю. И вот у нас лихо очень люди рассуждают по поводу нашей истории, по поводу там процессов коллективизации, там борьбы с кулачеством. Но я еще не видел, чтобы кто-нибудь из студентов вот совершенно, так сказать, твердо, ясно сказал, а что такое кулак, что такое мелкий буржуа и что такое батрак. Потому что на самом деле это же фигуры, которые показывают классовое деление уже буржуазного общества, но применительно к селу. Это батрак – это сельскохозяйственный рабочий, кулак – это сельскохозяйственный буржуа, и мелкий буржуа – это середняк. Если, скажем, у середняка там 3 коровы, мельница, может быть, и, скажем, и 5 овец и так далее, невозможно сказать, он, так сказать, является ли он кулаком. Для этого надо определить, а вот что является основным источником его дохода. Доход от своего или от чужого труда.
Очень часто бывает, что там в семье, значит, 8 человек мужиков, молодых, сыновья. И поэтому весьма зажиточно живет эта семья. Но поскольку она, так сказать, эту зажиточность получает от собственного труда, это семья, ну, мелких буржуа. И наоборот, иногда получается, что вот родились там одни девочки, и им приходится и землю сдавать в аренду или продавать, вот, и не обработать им, и поэтому они еще пойдут наниматься, и в итоге эта семья становится через некоторое время батрацкой. И этот процесс у нас в России дважды происходил. Он происходил, во-первых, в XIX веке, когда разлагалась мелкая буржуазия, она разлагается на что? На буржуа, то есть там малая часть, не более 10% переходит в буржуа, а другая часть переходит в батраков. И он же происходил после революции 1917 года, поскольку большевики, они эсеровскую программу реализовали, разделили землю по едокам и предупредили, что это приведет, поскольку это не их как бы программа, их программа была ликвидировать отрезки, передать землю, которую отняли помещики у крестьян, и организовывать коллективное хозяйство. Но до этого коллективного хозяйства было еще как до неба. Вы знаете, что коллективизация проходила в конце 20-х, в начале 30-х годов и завершилась. А до этого осуществлялась программа эсеровская – разделить. И вот из этого разделения получилось, что к 28-му году примерно 6% в деревне были кулаки, это снова были бедняки и середняки. И вот этот класс, вот мелкой буржуазии, он как был значительным, так он и оказался значительным уже и после революции. И вот в отношении этого класса, надо сказать, либо его вообще не замечают, вплоть до того, что и товарищи, которые говорят о классовой борьбе, вообще его игнорируют, как будто его нет, чтобы он не мешался, он, потому что ни туда, ни сюда, он, так сказать, как-то вот непонятный такой класс, он мешает ясности изложения. Вот. Либо его там относят к буржуа, что совершенно неверно, это же трудящиеся. И это неверно и с политической точки зрения, потому что, ну, кто был в Красной Армии, скажите, пожалуйста, основной состав Красной Армии. Ну, конечно, рабочие там были, но рабочие что, большинство составляли Красную? Да нет, конечно. Большинство Красной Армии составляли крестьяне. Обычные крестьяне, в основном середняки. Это самая большая часть крестьянства. Кто такие середняки? Это мелкие буржуа. Конечно, если это мелкий буржуа, это мелкий хозяйчик, но мелкий хозяйчик стремится стать настоящим хозяином. То есть, наконец, выбиться в люди, нанять работников и стать настоящим буржуа. Поэтому стремление у мелких буржуа превратиться в буржуа, конечно, есть. Но из этого не следует, что если стремление есть, и даже если оно есть у большинства или у всех даже, из этого не следует, что все превращаются в буржуа. Буржуа превращается, ну, не более 10%, а то и менее. Менее, конечно, потому что, ну, вот 6% превратилось в буржуа в России уже после революции. А кто был? И вот эти мелкие буржуа составляли основную часть Красной Армии. А кто был в составе Белой армии? Ну, конечно, там были дворяне бывшие, так сказать. Там были представители буржуазии, но основную массу Белой армии тоже составляли крестьяне. И, как известно, и те, и другие от добровольческих армий перешли к мобилизации, пришли красные, мобилизовали в этом селе, пришли белые в другое село, мобилизовали. Потом, значит, столкнулись красные с белыми, и представители разных сил стреляли друг в друга. И после этого, так сказать, появилась уже вражда между теми, кто, в общем-то, никак, так сказать, и не враждовал. И это вот особенность гражданской войны, нашей гражданской войны. Если вы возьмете известный роман Шолохова, да, об этих временах, то мы узнаем, что главный герой Григорий Мелехов сначала был там в Белой армии, потом пошел в Красную армию, а закончил плохо. В Белой армии. Нет, плохо хотели закончить с Горьким, потому что Горького стали обвинять в том, что он белогвардейский роман написал. И вот Горький устроил
встречу. Закончили. А? Как с ним плохо и закончили. Да, устроил встречу Сталина, Шолохова, и сам он там был, на которой Сталин сказал, что ваш роман замечательный, мы печатать его будем. Потому что этот роман действительно отразил, Шолохов отразил, всю сложность этой самой классовой борьбы. Поэтому, когда мы говорим о классовой борьбе, мы имеем в виду, что вот какие есть классы. Ну, классы это естественно борются за то, что им выгодно, а не за то, что им не выгодно. Вот если я скажу, что вы боретесь только за свои интересы, я могу сказать, вы эгоист. Но по отношению к классу такое обвинение бросить нельзя. Было бы странно, если бы класс боролся, вот представьте себе, рабочий класс боролся за интересы буржуазии. Как-то это странно. Весь. Но то, что часть класса, даже большинство может бороться в отдельный момент, это понятно. Но в силу того, что есть экономическая выгода, экономические интересы, то рано или поздно класс, значительная его часть, может быть и меньшинство, осознает свои интересы и борется за интересы своего класса, а не за интересы чужого класса. А что касается мелкой буржуазии, она и трудящаяся, она и собственник, поэтому она может и там бороться, и за это бороться. И она как раз путается, туда-сюда переходит, и в силу этого, как показано в романе «Тихий Дон» Шолохова. В силу этого и получаются вот эти переметы и перелеты. Это во-первых. Во-вторых, вот одну поправку я бы сделал к тому заявлению, которое было сделано, что вот классовая борьба при коммунизме не бывает. Это не совсем так. Значит, коммунизм, мы знаем, переживает две фазы. Низшую фазу – социализм. И высшую фазу – полный коммунизм. А не так, что вот это вот вроде как другой строй. Так вот, при социализме что имеет место? Конечно, при социализме, когда он победил, он у нас победил в России где-то в 30-х годах, сказать, что у нас, так сказать, есть антагонистические классы, было невозможно. У нас были там кустари отдельные. Частная собственность Конституции не была запрещена. Там не написано было «развивается», а допускается частный труд. Вот в тех или иных, так сказать, областях, в том числе и труд кустарей. Допускается, то есть он не запрещается. Но понятно, что развивалась крупная промышленность побеждает прежде всего своей ценой и качеством, и поэтому можно сказать, что НЭП не закрывали, а НЭП себя как бы изжил, потому что крупная промышленность взяла на себя все функции по обеспечению населения, а до этого надо сказать, что социалистическое правительство должно было быть благодарно мелким буржуа, которые в условиях товарного производства производили то, что нужно. НЭП вводили, чтобы люди не умирали. Пока вы там собираетесь строить что-то, социализм, развивать революцию, а в это время людям нечего будет есть. Значит, можно опираться только на те отношения, которые есть. Поэтому, когда мы смотрим на вот эти процессы с экономической стороны, и со стороны такой внешней, абстрактно-политической, с экономической, то, безусловно, мы должны видеть и опираться на экономические интересы. Сам переход от продразверстки к продналогу, который произошел в 2020 году, и означал, что правительство большевистское осознало, что нужно заинтересовать крестьянина в том, чтобы он повышал производительные силы, развивал, и поэтому, чтобы он был заинтересован больше засеять. А если я засеял столько, а вы пришли такие здоровые, молодые, и отняли у меня половину, то как-то мне на будущий год уже и не хочется сеять. Поэтому это совершенно естественно, если бы, скажем, политика продразверстки продолжалась дальше, это привело бы просто к разрушению производительных сил и к тому, чтобы у крестьянина отбили всякий интерес к тому, чтобы больше производить. Поэтому этот вот переход к продналогу был встречен очень позитивно, хотя в некоторых кругах, так сказать, больших политиков и в той же самой коммунистической партии некоторые это считали отходом вообще от коммунизма, от социализма. Но этот коммунизм, он же вырастает, так сказать, из экономики. Он же, вот нельзя так понимать, что вот мы должны уничтожить капитализм, и тогда будет коммунизм. Надо сказать, что если даже мы проследим, так сказать, песенную сторону этого дела, скажем, как пели «Интернационал», вот в свое время правильно переводили, и звучала соответствующая строчка в «Интернационале» так. «Весь мир насилием мы разроем», до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Разроем – это не значит, что взять все, уничтожить, убрать, разбить, разломать, в пыль превратить. Из этой пыли уже ничего ведь не создашь.
То есть это просто как вообще капитализм является естественным развитием феодализма, правда? Он вышел из феодализма. Феодализм его мать, так и социализм вырастает из капитализма. Поэтому надо идти вперед, а не назад. У нас вот сейчас есть бойцы, в том числе среди тех, кто принадлежит и даже КПРФ. Что я скажу, мы только за мелкий бизнес. И вот я за мелкий бизнес, у вас мелкий бизнес. Если вот он вырастет в крупный бизнес, что теперь мне, что надо делать, душить что ли теперь? Только за мелкие, а дальше не пускать. Вот они и не пускают в итоге этой всей штуки. Поэтому на самом деле для того, чтобы был социализм, надо перейти к чему? К государственному монополистическому капитализму. Причем то, что появляется крупные монополии, это не прихоть, так сказать, сторонников монополизма. Почему? Потому что если мы с вами конкурируем, и вот люди за свободу конкуренции, вот нас трое, мы конкурировали. Ну, если я выиграл в этой конкуренции, я, извините, ваше, так сказать, предприятие закрою и скуплю по дешевке. Если вы выиграете в этой конкуренции, вы мое закроете и скупите. А когда вы скупите, вы установите цену уже монопольную, потому что у вас конкурента нет, и чего вам примиряться к этому. Поэтому мы сейчас наблюдаем монопольное повышение цен, тогда как вообще мы знаем, что с ростом производительности труда затраты труда на единицу продукции сокращаются. Поэтому нам, когда начинают объяснять вот, в социально-трудовых конфликтах, ну как вы требуете там повышения зарплаты? Вы же понимаете, все растет, все цены. А что растет? На трубы, что ли, производительность труда упала в производстве труб, вентилей в этом жилищно-коммунальном хозяйстве? Вообще на что-нибудь упала производительность труда или она повышается? Вот закон повышения производительности труда, это закон что? Там социализма, феодализма, капитализма или это общий социологический закон? Ну, если мы проследим историю, с чего началось-то все развитие? С того, что совершенствовались орудия труда. Что сначала были каменные орудия, потом были железные, потом был бронзовый век. И все время шло развитие производительных сил. И все время это развитие сводилось к чему? За то же самое время производилось больше продуктов. На экономическом языке это выражается так. Снижение трудоемкости. Вот самая точная характеристика повышения производительности труда – это снижение трудоемкости. Почему? Потому что иногда производительность труда меряют количеством продуктов, которые вы произвели за единицу времени. Вас заставили быстрее двигать руками и ногами, и вы, естественно, за единицу времени произвели больше. Да? Но выросла ли при этом производительность труда? Неизвестно. То есть, если я стал напрягаться, если я стал уже делать движения, которые требуют от меня чрезмерных затрат, то это приводит к тому, что на единицу продукции получается больше затрат, а не меньше. А с ростом производительности труда, которая связана с совершенствованием техники, технологий и с созданием новых производственных систем, связано как раз падение затрат. И поэтому, если рисовать график, например, как меняются затраты труда в единице продукции, то этот график однозначно вот такой. Затраты вот так вот идут вниз с ростом производительности труда. Поэтому, когда нам рассказывают, люди неквалифицированные, далекие от науки, что вот затраты растут, они растут на бумаге, потому что еще у нас надо учесть, что то, что мы держим в кошельке, это ведь не деньги. Да? Все знают, что это не только потому, что их много не купишь, как мне это говорят, а просто они по смыслу не деньги. Это что такое? Вы читаете, что там написано? Что написано? Билет, Банка России, билеты. Что означает этот билет? Что вместо того, чтобы ходил, не растительные деньги, а деньги это что? Что такое деньги? Определение. Ну, вот вам не прерывали, так сказать, экономическую науку. Поэтому вот это вот, конечно, трудность. Но мы должны тут восполнять в курсе, потому что у нас курс синтетический. Я не потому вас задаю вам вопрос, что вот требую от вас, а потому что, когда человек сам для себя делает, задает сам себе вопрос, я вам задаю, вы, естественно, получив этот ответ, его запомните. Так вот, деньги – это товар-эквивалент всеобщий. В качестве денег сначала выступали такие товары, которые все принимали. Песцы, шкурки и так далее. Я бы вот, если я богатый человек, я пришел бы, у меня на поясе висели бы тут соболя. Так, у вас есть зерно? Вот вам соболь, давайте мне зерно. У вас есть солонина? Раз вам и так далее. Потом, в качестве денег, тогда, когда развилось земледелие, были мельничные жернова. Они всем были нужны. То есть они их все охотно брали. Ну что же брали? Ну не перекатывали же, если я вас за этот самый мельничный жернов купил, там, скажем, быка, это не значит, что я покатил его себе в такой кошелек.
Это значит, я на нем написал там вот вашу фамилию стёра, написал свою. И все. Он лежит на этом же месте. Но это уже мой. Теперь мельничок. А потом вы пришли, я и вам продал. И так далее. И так это все переходило. Наконец, постепенно эту роль, а роль, так сказать, всеобщего валюта, стали играть такие товары, которые при малом количестве заключали все большую стоимость. То есть драгоценные. Это сначала было серебро, значит, медь, потом пошло серебро. А название рубль что означает? Рубин. Отрубил вам этот кусок серебра, и вы получили. То есть рубили его, это серебро. Или фунт английский. Фунт это же что? Единица чего? Веса. Поэтому постепенно вот на эту роль вышло золото. А потом стали для удобства, потому что когда золото, так сказать, туда-сюда передают в товарном обмене, потом, значит, оно, во-первых, стирается, во-вторых, от него научились откусывать, отгрызать, отрезать. Оно мягкое. И поэтому, так сказать, цари и короли решили, что надо навести порядок. И стали чеканить, чтобы это, суть, не так просто что не получилось. А потом они пришли к выводу, что если на нем начеканить, вот вес один написать, а вес на самом деле меньше, ну это так же хорошо будет выполнять. Так же хорошо. И стали чеканить, писать одно, а вес золота меньше. А потом решили, а что это вообще мы золото пускаем в оборот? Давайте бумажки пустим в оборот. То есть вот эти бумажки сами по себе, они товаром не являются, они представители денег. Ну вот если, скажем, соотносить их с деньгами, это все равно, что, вот, скажем, Лаврова и Путина взять. Ну, Лавров – это министр иностранных дел. Он не он, в общем, вырабатывает политику. Он проводит политику государства, которое олицетворяет президент. Ну, так вы не путаете же Лаврова с Путиным? Вот это вот не деньги, а деньги. Если хотите, идите, вы можете купить золотую монету. Другое дело, что вам расплачиваться будет неудобно. Потому что вот эти... А зачем? Вот они портятся, потом их снова возобновляют, мятые, рваные, заменяют, ставят номера. И они так и ходят. Поэтому это нет проблем. Но в связи с этим появились новые возможности. Я хочу вам их показать. Новые возможности состоят в том, что если, скажем, государство имеет возможность печатать вот эти представители денег, то оно эту задачу финансировать то или сё очень легко может решать. Показываю. Вот представим себе, что у вас имеется, в народном хозяйстве богатство в объеме Q. А вот этих бумажных единиц в объеме M. Скажите, пожалуйста, как найти покупательную способность одной денежной единицы? Взять Q и разделить на M. Правильно? Так? Вот если я Q поделю на M, вот будет покупательная способность одной денежной единицы. На одну денежную единицу приходится столько продуктов. Ну, а я президент. И у меня в руках печатный станок. Что я делаю? Я могу взять и добавить, допечатать еще дельта М. Что произойдет? Значит, покупательная способность будет уже Q делить на М плюс дельта М. Правильно? То есть она понизится. Она-то понизится, но я на эти дополнительные дельта М могу купить сколько? Вот это покупательная способность одной денежной единицы, а у меня дельта М. Значит, у меня в руках теперь дельта М умножить на Q и на М плюс дельта М. Вот столько я могу приобрести, получить продуктов. Ну, теперь я маленькое преобразование сделаю. Поделю это все на дельта М. Числитель и знаменатель. Имею право, мы слышали из очень элементарной математики, что дробь, если разделить на одно и то же число, дробь не изменится. Вверху будет Q прежняя, а здесь будет M делить на дельта M плюс единица. Ну вот представьте себе, что вот эту величину я начну устремлять в бесконечность. Например, если вы думаете, что такого не было в экономике никогда, то было. Вот послереволюционные годы,
Было два варианта экспроприации больших денежных сумм. Можно было втроем прийти, так сказать, с ружьями и сказать, вот, товарищ Лисенко, давайте по-хорошему, по-доброму, давайте денежки ваши выкладывайте. А можно было это не делать. Включаем станок. Это, вот эта величина стремится к чему? К нулю. По мере увеличения вот этой величины, которая печатается дополнительно. Значит, соответственно, знаменатель стремится к единице, значит, это стремится к Q. А к чему стремится то количество продукта, которое остается в руках держателя крупных сумм? К спичечному коробку оно стремится. И вы знаете, что вот это, даже их не разрезали, вот эти с мотками приходите с миллионом, дайте спичечный коробок. И вот и... А я был миллионер. И это миллион рублей тогда был. Можете представить себе царским, что означало? А вот я остался. И никого никому ничем не угрожали, так сказать. Не надо никаких тут ни ружей. А что сейчас происходит? А сейчас происходит примерно то же самое. Что такое инфляция? Инфляция – это запланированное повышение цен. Значит, автор теории государственного регулирования Джон Мейнард Кейнс, представитель буржуазного класса. Вот не так надо понимать классовую борьбу, что взяли винтовки и пошли бороться с рабочими. Зачем? Зачем просто включили, так сказать, повысили цены, и у вас из карманов сколько будет вынуто в этом году? Инфляция сколько у нас планируется? Вам же уже Набиуллина объявила. Не знаете? 17-20? Нет, 7. Ну чего, не надо учернять нашу российскую действительность. Вы что говорите? 7%. Нет, ну для вас может и 17-20, потому что в общий расчет цен идут там и на острова, и на дворцы, а когда возьмете сметану и морковку, там будет и 30. Правильно? Так что вы на самом деле близко были, если взять круг тех продуктов, которые там обычные там потребители получают. Но в общем и целом можно сказать, что 7% будет вынуто из карманов. Причем делается это обычно такой вот распасовкой. Это все рекомендовал английский экономист, лорд, и он известный экономист. Еще Ленин его цитировал в работе «Государство и революция». Империализм как высшая стадия капитализма. То есть он говорит, зачем вы воюете там по нашему вопросу, по конфликтам трудовым? Зачем вам эти конфликты на предприятии? Да вы, не надо, мы просто вот будем повышать цены и так потихонечку. Потому что цены, которые у вас повысятся цены на сырье, вы повысите цены на свою продукцию. Единственный товар, на который цены не повысятся, это какой? Рабочая сила. Да, все. А цена рабочей силы называется? Заработной платы. Заработная плата – это цена рабочей силы. То есть, смотрите, инфляция, то есть не такое явление, когда повышается цена всех продуктов. Это пересчет просто. Если просто все пересчитать, ну, изменить масштаб там, цен и денежных единиц. Вот сейчас зачеркнуть все нули. Допустим, вот я получаю как профессор 40 тысяч. Ну, давайте я 2 нуля зачеркну, и будет 400. И все. 3 нуля зачеркнуть, будет 40 рублей. Но когда пенсионеры глянут, скажут, что они делают, и пойдут... Тут они пойдут митинги делать. А они говорят, бабушка, ты же получаешь 9 тысяч. Кто вообще когда получал столько? Поэтому вот, вы же знаете, копейки уже никто не берет. Эти 10-копеечные монеты никто не берет. Их не производит никакой монетный двор. Хотя в традициях, о которых я вам рассказывал, вы думаете, вот наши монеты из какого металла делаются? Это сплав какой-то. А какой? Какой? Жалеют они. Какой сплав-то? Вот у меня тут чехол для телефона. Чехол, как известно, вот здесь вот, на этом самом магните. Какой сплав? А? А говорят, что у нас деньги деревянные. Не-е-е. У нас рубль не деревянный. У нас рубль железный. Это с прошлого года внутри железа, сверху просто покрытие. Медный никель сплав. Поэтому многие так заметили, что что-то вот кошельки стали какие-то тяжелые, неудобные. Потому что вы раньше таскали медный никель сплав, а сейчас вы таскаете железо в карманах. Причем отдельно еще старые попадаются монеты, они легкие. А вот и вообще вместо кошельков вот дома вы можете поставить какой-нибудь хороший магнит. Ну, раз, эти деньги, и они все прицепятся к нему. Это еще раз подчеркивает, что это представители денег, не сами деньги. Так вот,
еще один момент, который мы должны рассмотреть. То есть, когда мы говорим о классовой борьбе, мы не обязательно, так сказать, эту классовую борьбу берем как политическую. У нас все-таки тема была классовая борьба. Политика у нас следующая тема. А, так сказать, здесь, это она вот, если в целом класс создал себе, так сказать, руководство, правительство, имеет власть, он включает станок, обеспечивает инфляцию. Причем это делается как? Вот приходят представители естественных монополий, говорят, вот надо на 35-40% повысить. Видели, куда мы нефть добываем, откуда, где? В самых таких тяжелых условиях. Повысить надо цены. А вы, как представители государства, говорите, да вы что, с ума сошли? 35 ни за что. Тогда мы идем куда? В Думу. В Думу это поступает. Дума говорит так. 20. Больше ни за что. Мы народные избранники, не допустим больше, чем 20. Тогда идут куда? Правительство. А там Дмитрий Анатольевич говорит, только 15. Нет, 15, это очень много. И доходит до Владимира Владимировича, он говорит, да вы меньше, больше 10 ни за что не допущу. Только через мой труп. 10%. Итог какой? 7. Тут выступают финансисты, мы тут подумали, так подсуетились и сделали даже еще и лучше. 7. Ну и вы все рады. А что это значит? А итог-то какой? Каждый год раз. Хотя. Какой график у нас затрат? Объективный. Затрат труда. Ну даже вот если человек не считает, не знает статистики. У нас что, работников прибавляется в России? А продуктов? Производство растет, но в этом году не сильно растет, но бывает число рабочих. Поэтому общая такая тенденция, конечно, к сокращению затрат. Поэтому, когда начинают это рассказывать нам сказки насчет того, что затраты выросли, это затраты выросли уже в бумажках. Так, ну, если бумажки можно всегда это представить больше, цены можно увеличить, и да, все затраты, естественно, вырастут, но соотношение их меняется. А вот что не меняется? Не меняется зарплата. Зарплата остается. Это все равно, что вот вы заехали в шлюз. И там, как говорится, корабли, как поплавки, все пошли. А вот эту самую зарплату привязали, как тот поплавок, который на цепи. И он, значит, под водой остался, а все остальное всплыло. И получается, что вроде конфликта никакого нет. Какой тут конфликт? Ну, это стихийное бедствие. Инфляция. Мы боремся с ней. Как мы с ней боремся? Ну, понятно, как мы с ней боремся. Мы ее организовываем. И это вполне понятно. А как вы считаете, если я монополист, если цель у меня прибыль, ну почему я не должен организовывать? Почему я не должен повышать цену, если теперь могу? Раньше вы мне мешали, потому что я продаю пирожки, вы продаете пирожки. Я буду ставить цену больше, все заберут или цветы. Ваши заберут, а мои не будет никто брать. Они завянут, засохнут, я выброшу и разорюсь. А вот как только я разорюсь, вот тогда вы можете взять и поднять цену на свои пирожки или цветы. Правильно? Как только я становлюсь монополистом, поудивляться не надо тому, что зачем мне теперь, это конкуренции нету. Поэтому устанавливается уже монопольная цена, а не цена, которая в результате конкуренции. И вот люди, которые выступают за рынок вроде бы, если бы они были последовательны, они должны были понимать, что если вы за конкуренцию, конкуренция неизбежно ведет к монополии. Потому что конкуренция состоит не в соревновании, кто лучше сделает в общих интересах. А состоит в том, что если я выживу, вы не выживете, вы выживете, я не выживу. Кто-то кого-то должен съесть. Если вы меня съели, вы цены повысите. Если я ваш съем, я цену повышу. Ну, потому что иначе не может быть. Странно, мы же говорим об экономических интересах. Вы что, хотите убедить монополиста, чтобы он не действовал в своих интересах? У вас есть такое красноречие? Сказать, не повышайте цену, чтобы вам было хуже. Ну, какая-то ерунда. Как это может быть? То есть тут вот и Маркс на это обращал внимание, что тут нет вот такого какого-то личностного морализаторского подхода. Ну как вот, если капиталист – это олицетворение капитала. Капитал – это самовозрастающая стоимость. Хватит того, что у нас и так закрывается предприятие, и мы видим самоубывающую стоимость, которая вообще противоречит капитализму. Не везде же ведь разрушаются предприятия. Что, в Америке закрывается предприятие? Ну, есть тоже отдельные случаи, но не в таких же масштабах. Вот наши радуются, ЗИЛ закрыли, ура! И что? Ну, идите теперь, покупайте за границей. Вот теперь сейчас похватились импортозамещение. Так, а как вы думаете, для чего ЗИЛ создавали? Хорошо, что белорусы нас выручают, чтобы наши эти самые ярсы и тополя могли везти, по крайней мере, из союзного государства
наши баллистические ракеты. А на чем их будешь возить? У нас остался КАМАЗ. Вот этот самый ВАЗ, который пропагандировали, его же продали уже. Он чей? ВАЗ. Французский. Франко-японский. Рено Ниссан. Вот Владимир Владимирович ездил на желтой Калине, пропагандировал. Кого? Что пропагандировал-то? В итоге, как только, значит, рекламу дали и продали. Или такая операция, как делается, скажем, Сбербанк. 7,6% Сбербанка продали частному инвестору. Какому? Может быть, иностранному, скорее всего. Частично этим менеджменту этого самого Сбербанка. Это значит, я, вот если я государство, имел в руках вот 7,6% акций этих, которые сейчас стали частными, в руках. Ну вот я получил деньги за них. И что я дальше должен делать? Вкладывать. Так они и были вложены в Сбербанк. А где вы получите больше прибыли-то, чем в Сбербанке? То есть я получил пустые бумажки, которые надо куда-то нести и где-то устраивать, как сделать так, чтобы они давали процент. Сколько наши бумаги, которые товарищ Кудрин, мой бывший дипломник, отвез в Америку? 2%. По 2%. А сколько американские капиталисты на наши деньги получают, которые мы им туда отвезли? Ну, уж не 2% прибыли. Ну, 10-то получают. Ну, уж как минимум. Поэтому кто кому помогает? И пока я вижу, что помогает Россия Соединенным Штатам Америки в этом отношении. Или говорят, вот, к нам вывоз капитала не идет. То есть к нам это инвестиции не идут. То есть мам, прям пропадаем. Так от нас утекает капитал. Так у американцев все время утекает, если так рассуждать. Они же вывозят куда? Во все слаборазвитые страны. И этот вывоз средств производства позволяет им эксплуатировать более дешевую рабочую силу. Я думаю, когда от нас утекает ввозимый сюда капитал, это что значит? Что мы, ну, наши будут капиталисты эксплуатировать. А так, даже наши не эксплуатируют капиталисты. Все уходит туда. Прибыль уходит туда. Поэтому плакать-то нам особенно не приходится в связи с вот нынешними событиями. Некоторые радуются, что наконец-то будут делать вот, так сказать, то, что у нас можно сделать вполне. Вот, то есть, когда мы говорим вот эту вот структуру интересов, мы имеем в виду, прежде всего, экономические интересы. Теперь по поводу вот классовой борьбы, поскольку она у нас тема главная. Значит, такой прозвучал тезис, вот с которым я не могу согласиться, и думаю, что это вот была одна из больших ошибок, которая привела к разрушению Советского Союза, когда думали, что классовая борьба исчезла с построением социализма. Как рассуждали? Ну, так вроде логично рассуждали. Антагонистические классы исчезли? Исчезли. Кто должен теперь бороться? Что, рабочий класс с крестьянством, что ли, борется? Не борется. Как рабочий класс и с крестьянством не имеет антагонизма, правильно? То есть различия в интересах есть, но если, скажем, цены на продовольствие, на закупаемую сельскохозяйственную продукцию повысятся в городах, вырастут цены. Может такое быть? Может. То есть некоторые противоречия интересов, но сказать, что это антагонистические классы, нельзя, потому что цель производства при социализме – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Интеллигенция вообще не класс, так сказать, как-то, она слой, который, так сказать, служит этим классам, поэтому это какие классы? Это классы коммунистического общества в первой фазе. А коммунистическое общество – это какое общество? Классовое или бесклассовое? Бесклассовое. Бесклассовое. Раз бесклассовые, отсюда вытекает вроде такая мысль, что раз бесклассовые, класса борьбы нет. Это вот на первый взгляд. А на самом деле, значит, что такое социализм? Мы при полном коммунизме еще никто не жил. При социализме жили. Что такое социализм? Это такой коммунизм, по определению Маркса, данного в критике Готской программы, который только выходит из старого строя и во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, берет отпечаток, несет на себе отпечаток того строя, из которого он вышел. Давайте оставим в стороне нравственный, умственный аспект, возьмем только экономический. В чем это выражается? Социальное неравенство остается? И надолго. На какой период? На весь период первой фазы. На весь период, это вот пока неравенство между городом и деревней и людьми физического и умственного труда не будет преодолено,
Вот, значит, до этого времени отпечаток вот, классового общества, из которого вышло это бесклассовое, остается. А раз так, значит, здесь возможны такие ситуации. Структура интересов. Мы в прошлый раз говорили об интересах. Какова структура интересов работника социалистического общества? В чем он, во-первых, заинтересован? Во-первых, он заинтересован, чтобы выросло общее богатство. Чем богаче общество, тем богаче каждый член общества. Правильно? В общий котел складываем, всем больше. Особенно через общественные фонды. Сейчас посчитали, вот у нас экономисты, и посчитали, что затраты, нынешние самые большие затраты на медицину, образование и на жилье, которые были бесплатно при социализме, составляют 56% всех доходов трудящихся сейчас. То есть вот эти общественные фонды у нас, это было основное потребление из общественных фондов, было основное потребление. А распределение по труду помогательное. Тем более, что когда вам распределяли по труду картошку, которая стоила 10 копеек, ясно, что вы ее по потребности покупали, а не по труду. И в трамвае ездили за 3 копейки, несмотря на то, куда вам ехать, сколько там пересадок, а смотря по тому, куда вам надо. А сейчас вы смотрите, посмотрите, как стоят пенсионеры. И ждут, там маршрутки одна за другой проходят, а они ждут, когда это поедет, чтобы по карточке, так сказать, пенсионерской проехать. Другая картина. И вот в это самое время вот все заинтересованы в росте этого богатства. А еще есть экономический интерес? Есть. Пусть это богатство и не растет так быстро, зато моя доля в этом богатстве вырастет. Выгодно мне это или нет? Как члену социалистического общества. Ну, вот я продвинусь там по службе, стану больше работать, стану, там, сказать, каким-то рационализатором, и в итоге доля вырастет. Так если моя доля растет быстрее, чем растет общее богатство, это мне выгодно? Выгодно. Тогда мне не важно, что я делаю, мне важно то, что я за это буду иметь. Такой подход имеет место в условиях социализма? Или только вот прям все вот на благо общества и работают только? Имеет место. А раз имеет место, как назвать вот такой подход, что мне не то важно, что я делаю, то важно, что за это буду иметь. Это как раз характерно для товарного хозяйства, для мелкого буржуа. Если я мелкий буржуа, вспомните поговорку, сам бы ел, да деньги надо. Я вам продаю вот такие вкусные огурчики, сам бы съел. Но деньги надо, я вам их продаю. И пирожки я сделал, тоже сам бы ел. А сейчас бы уже, сейчас и сам бы не ел такие, потому что такие я делаю пирожки, что... Уж точно я их есть не буду, я знаю, из чего я их делаю, только вам вот. И как называется вот такой подход, который экономически тоже обусловлен? То есть, если мы хотим учитывать противоречие интересов, то как же мы можем от этого абстрагироваться? Нет же полного коммунизма. Есть, ну вот, скажем, рабочий работает, но он, скажем, все стремится, так сказать, больше получить, ему не важно, что делать, важно, что он за это получит. Какой-то подход. Он характерен для мелкобуржуазный. И это вот, не то важно, что я делаю, это важно, что за это буду иметь, это мелкобуржуазность при социализме. Не мелкобуржуазия, а мелкобуржуазность. То есть в действиях, в поступках трудящихся социалистического общества присутствует сплошь и рядом мелкобуржуазность. И это касается и представителей умственного труда, как и умственного труда. Не важно, какую я сделал книжку, важно, сколько я за нее получу гонорар. Раньше, кстати, и платили, и не такие маленькие. Вот у меня как раз на начальных этапах моей научной деятельности, вот мы в Лениздате издали книгу с профессором Моисеенко, раз, и гонорар получили. Потом на следующий год, в 1976 году, в «Мысли» издали «Теорию воспроизводства и управления», еще гонорар получили. А сейчас, чтобы книжку издать, надо деньги выложить и пойти заплатить в обратную сторону. Поэтому люди там получали защитный гонорар, и уже, так сказать, это могло быть целью. Поэтому, скажем, ленинская тема очень привлекала некоторых авторов. Они делали деньги вовсю. Причем делали на искажение ленинизма, там, на извращение его, как вот там в работах Шатрова. Мне приходилось их специально разбирать. Ну, там вообще, так сказать, ленинизм подменен троцкизмом. Но денег он получил, как мне рассказывал заведующий отделом культуры журнала «Коммунист». Он говорит, скупил этот Шатров все, так сказать, драгоценности в Москве. Благодаря тому, что он эти пьесы о Ленине ставил, многочисленные всякие. И там и «Синий конь на красной траве», и дальше, и дальше, и дальше. И «Так победим», и такие-сякие. И фильм был «Доверие» вместе с Логиновым. И «Ленин в Польше».
То есть это было золотой, золотой было жилой. Вам, вам песня, бизнес на Ленина, вам песни строить, нам жить помогать. Так вот, мне приходилось в то время читать лекции на эту тему о классовой борьбе. И я вот так специально подготовил статью о классовой борьбе при социализме. И должен сказать, что я не мог ее никак пробить. Какие только журналы ее не посылал. И в «Коммунист», она там лежала, ее внимательно читали, но не печатали. И вопросы философии, вопросы экономики, и прочее, прочее, прочее. Наконец я прислал журнал «Научный коммунизм». А там был заместитель главного редактора, который тоже написал статью о мелкобуржуазности при социализме, о классовой борьбе. И он раньше напечатал, поскольку тем более он там работал, товарищ Удаленко, он напечатал статью. И я 5 лет не мог опубликовать эту статью. Потому что, а вот если, а лекции я читал много, примерно 500 лекций в год, я спрашиваю, вот борьба с мелкобуржуазностью – это классовая или не классовая? Классная. Классовая, с мелкобуржуазностью. А кто ее ведет? Ведет ее рабочий класс. А кто союзники? И крестьянство, и интеллигенция – союзники. Но мелкобуржуазность у кого? Она у рабочих, может быть, у крестьян, то есть у колхозников, у интеллигенцев, у интеллигентов. Не у интеллигенции, у интеллигентов. Интеллигенция не трожь. Не трожь интеллигенцию. У интеллигентов, может быть, у любого. И это форма классовой борьбы. И тогда это нас заставляет углубиться еще вот в эту тему, что когда мы говорим о классовой борьбе, все время надо не противника брать, а вот если вы боретесь, вот вы боретесь за знания, вы с чем боретесь? Вот вам надо, чтобы сюда прийти, борьбу провести. И надо же прийти, надо наметить, да надо на самом деле прийти. Поэтому если человек вот опаздывает, я всегда думаю, ну надо же, человек ведь, он же пришел, он мог бы вообще не дойти, а он дошел. И говорят, вот вас мало два, ну дошли же, это же подвиг, это же борьба. А он? Это утром надо вставать вам на работу, вечером надо, хочется отдыхать, надо еще сюда прийти. Это разве не подвиг? Это разве не борьба? Да все в жизни делается борьбой. Поэтому, когда говорят о классовой борьбе, надо взять субъект этой борьбы, рабочий класс, и говорить не о том, против кого, против всего, что этому мешает. Если я борюсь за ваши знания, то я буду, как говорится, противодействовать всему, что мешает усвоению этих знаний. Правильно? И наоборот, я буду содействовать в этой борьбе всему тому, что способствует усвоению этих знаний. Вот вы пришли, нам рассказали, нам приятно, а то надоело на меня уже смотреть. А так как-то картинка совсем другая. Вы скажете, вот какие-то старики тут вещают, черт его знает, про классовую борьбу. Они как раньше вещали, так и сейчас вещают. А это совсем другое дело, согласитесь. То есть, когда мы говорим о борьбе, мы должны взять субъекта, который борется за свои интересы. А вот эта мелкобуржуазность, она противостоит. Поэтому, и вот, когда вот безграмотные люди, как Хрущев и Суслов, который ему в этом, как теоретик якобы содействовал, объявили, что классовая борьба прекратилась, то с тем, что противодействует социализму, борьба прекратилась, а раз, представьте себе, огромную армию, которая перестала бороться. Дескать, у нас нет врагов. Все. А врагов у нас, в общем-то, и не было внутри. Врагов не было. А вот мелкобуржуазность – это не враг. Это то, что… Грех. Это грех, который гибели несет вообще все. И сколько времени прошло? Вот если это было объявлено на 22-м съезде в 1961 году, то с 1961 года начался переходный период от социализма к капитализму. Это немало. То есть так далеко самолет залетел, что он долго-долго-долго снижался. И, наконец, вот мы получили в 90-91 году, ну, уже, так сказать, капитализм, но уже не вышедший из феодализма. Там же, когда выходили из феодализма, кто там был двигателем этого движения? Это какие-то изобретатели, организаторы производства, так, талантливые люди очень, купцы. Городской класс. Да, они как сейчас, понимаешь, что какие-то там бюрократы, теневики и комсомольцы, которые продавали части от компьютеров, как Ходорковский. Как мы знаем, это самый что ни на есть бизнес. Или там Собчак, который у нас в университете первый сделал 2 кооператива. И он, значит, толкал закон о кооперативах, причем по этому закону, а мы вот все экономисты выступали против. На каком факультете он преподавал? Он на юридическом был. Юридическом. Да, кафедра хозяйственного права. Вот, мы делали в нашем ЭПК телевизионную передачу, она по второй программе проходила, вот профессор Смирнов вел, я там тоже участвовал в организации Калининградского телевидения.
И все политэкономы говорили, что этот закон о кооперативах, это закон о превращении в капиталистические предприятия. Потому что там были по закону так, члены кооператива, допустим, вот вы члены кооператива, а мы наемные работники. Понятно, что вы тогда капиталисты, а мы трудящиеся пролетарии. Или наоборот. Я член кооператива, вы член кооператива, а вы наемные работники. То есть сразу, ну было понятно, что это, конечно, обыкновенное капиталистическое предприятие, но ну, до того народ в этом смысле, в таком, в политическом, не развитый был. А не развит, потому что я могу вам это совершенно точно доложить, поскольку я в 90-91 году был членом Ленинградского обкома КПСС от Выборгского района. Не аппаратчиком, а избранным, так сказать. И был везде присутствовал, на всех пленумах, и даже предложил однажды Горбачеву изгнать из партии за... Но проголосовало только 17 человек, проголосовало. Не прошло. Из 200. Непопулярная идея была. Непопулярная. Причем вот ныне еще присутствующий как идеолог Белов, который был тогда секретарем и выступал против Горбачева, не поднял руку. Не поднял. Вот я хочу сказать, что вот в то время я участвовал в проверках. В проверках системы партийной учебы. Но я хочу вам сказать, что вот я был, проверял на красном треугольнике. Спрашиваю, вот вы, товарищ, сколько лет? Вы уже в системе, говорят, 20 лет. Какую-нибудь работу Ленина хоть одну прочитали? Никакой. Никогда. А учебники плохие, вот читали. Мы читали. Плохие. Нет, Ленина работа. Вы читали? Ну, по программе несколько раз. Значит, вы исключение. Вы исключение из правил. Так вот, в наше... Так в буржуазное время мы читаем. У нас вот я преподаю в следующем семестре, у меня будет снова... немецкой Кармас, Фридрих Энгельс и немецкой идеологии. Вот сейчас мы пропиваем. Вот сказать, что у нас некоторые говорят, ну вот у вас такое там творится в России. Почему? Очень даже, ну, так сказать, наша буржуазия, так сказать, понимает, что надо такие вещи знать. Ну, вы даже если хотите с этим спорить или бороться, так вы хоть знаете, с чем вы собираетесь бороться. То есть себя же не надо. Или есть такие люди, говорят, я газеты такие не читаю. Не знаю, я все газеты читаю, чтобы знать, кто вы такой. Знаете мне вашу газету, и я почитаю ее. Желтый тоже? А? Желтые газеты тоже. Обязательно? А как? А это же часть нашей жизни. Вот, например, товарищ Жириновский. Он же клоун, то есть непростой. Как только надо будет голосовать, он будет голосовать так, как скажет Единая Россия. Разве было исключение? Он не голосует. Голосует партия. На протяжении да, всех партия. Шести созывов. Не партия, а фракция. Фракция. ЛДПР в Думе. Как она голосует? Всегда строго, как надо. А это все этот концерт, вроде того, как я сейчас принесу стакан и на вас вылью. Дайте мне этот стакан, я сейчас вам покажу. Какая ответственность у меня за это? Никакой. Что это хулиганство? Ну, это замучитесь вы доказывать, что хулиганство. Я скажу, что видел, что что-то вам стало плохо, и я... Я не видел. А? Я не видел. А вы он не видел. А эти скажут, вы что, он хотел вас погладить, а вы схватили и бросили в него. Что вы? Это же люди все понимают, и так просто не бывает. Ну, вот я хочу сказать, что мы вот в этом вопросе, когда мы говорим о классовой борьбе, просто должны, вот подытоживая сказанное, понимать, что когда мы говорим о классовой борьбе, говорим, что есть борьба за отдельные частные интересы, там отдельные рабочие решают свои отдельные проблемы. А когда есть какие-то крупные проблемы, которые затрагивают всех рабочих и всю буржуазию, тогда это вот уже выступает как классовая борьба, класс против класса. Например, выступает Прохоров, говорит, надо сделать 60 часов рабочей недели. Это классовая борьба. Потому что чего работать так мало, 40 часов? 60 надо работать по 12 часов. А в России царстве было 11,5. Ну и, конечно, он тут нажился столько врагов, что дальше уже он непроходной стал никуда. Потому что, ну, где-то он бы взял бы там, хоть частично, он взял бы, хватанул. Ну, нельзя же больше, чем царской России предлагать. Нельзя там. 11,5 к 8 перешли в феврале 17-го года, он предлагает 60. Или мы будем об этом говорить, там, скажем, принять проект Трудового кодекса. Тут битва была большая, потому что это закон. Или такой будет трудовой закон, или такой трудовой закон. Это вопрос целого класса. И представители целого класса, там, рабочие, выступали активные. А с другой стороны, представители буржуазии в разных форумах выступали и предложили много-много разных проектов, чтобы они прошли. И долго они посыпались, эти проекты провалились, но я об этом буду рассказывать. То есть, вот в этом, то есть мы ведь имеем в виду эту тему как для нас вспомогательную. Чтобы мы, вот, когда разбираемся в конфликтах социально-трудовых, видели, что есть там у них моменты, как скажем, инфляция, вы на уровне завода не отрегулируете.
хоть вы лопните. Она потому что на государственном уровне делается. И нельзя на нее смотреть просто как на узкий какой-то конфликт. И насчет зарплаты тоже. Минимальную зарплату кто устанавливает? Государство. А прожиточный минимум? Тоже. Кто? Ну, так а что вы хотите? А вы хотите на заводе этот вопрос решить? Решайте. То есть вопросы, которые требуют другого взгляда, более широкого. Поэтому я хочу правильно понять, что вот это, так сказать, такая затравка, запев такой, что мы должны, так сказать, политически смотреть. Потому что вот кафедра конфликтологии сошла необходимым не ограничиваться таким вот узким взглядом, а пошире посмотреть это дело. Потому что без этого нельзя понять, как разрешаются наши конфликты в современной России, не учтя политический момент. Вот и все. Мы, конечно, не политологи специальные, и мы вообще и не политэкономы, но нам приходится эти вещи знать, потому что мы как бы прикладные философы. Как прикладные философы мы должны приложить вот данные философии и других наук, вот, которые необходимы для решения таких проблем. На этом мы сегодня и закончим. Тем более, что я, как вот Прохоров, уже захватил у вас 10 минут, украл. Вот, и вы можете уже, так сказать, рассматривать меня как классового противника. Так, на этом. Ну, я буду стараться выдерживать. Так, значит, на этом сегодняшняя лекция заканчивается. Значит, следующая лекция у нас будет политика. Мы уже к этому подобрались. И вот теперь мы подобрались и можем это сформулировать, что это такое. А так сформулировать, чтобы это было легко запомнить, и чтобы это осталось очень прочно в памяти. И чтобы мы это не путались. Потому что по этому вопросу тоже вам каждый наговорит там, чего хочешь. И нужно в этом разобраться фундаментально. Спасибо за внимание. Спасибо.